Привет, друзья. В общем, проблема такая, воровство. Маруська стала воровать у меня здесь. Как примерно поступать в данной ситуации, я уже рассказывал. Ну, сейчас напомню. Сейчас не смотрите, не обращайте внимания. Грязная тарелка у меня здесь стоит. Это просто я имитирую обычную ситуацию. То есть я покушал, пошел куда-то выйти. И пару раз ее заставал, то, что она у меня по тарелкам, по моим шарится. Можно, конечно, ее поймать, набуцкать ее, понимаете? Но это будет не очень хорошо. Мы приведем, сделаем вот какую штуку. Вот кусок сардельки, я сейчас лежит здесь, вот она. От него идет нитка. Вот. И видите, там наверху стоит кружка железная с ложками на краю прям. То есть Маруська подойдет, начнет ее стягивать эту. Я так вот тут даже поставлю. Подойдет ее, начнет стягивать. И это все упадет. А я за дверью постою, послушаю, как все это происходит. Ну что, поехали? Будем отучать Маруську воровать. Маруся дома. Нет, дома остаешься. Ну, сработала, да, система. Сейчас мы, знаете, на этом нельзя останавливаться. То есть несколько раз нужно такую тему повторить. Сейчас мы еще раз попробуем это сделать. Работает, ребята, работает очень хорошо. Это корма итальянского производителя Галоси. Своих собак я кормлю именно этой маркой кормов. Акбар я вот кормлю вот таким вот, вот корм Галоси Кантри. И Маруську, карликового подили, я кормлю вот такой маркой корма Галоси Medium Baby. Если вы придете, начнете наказывать собаку, она не свяжет. То есть, помните, один из главных моментов — это отрицательное подкрепление, да, должно происходить в момент. Вот она стала тянуть, она упала. Сейчас сделаем все то же самое. Сейчас здесь на угол стола поставил. Здесь она уже не пропустит. Вот она, видите. Сидишь дома.
рубль 2. Но опять же, смотрите, понимаете, это все надо делать еще несколько раз. В разных местах надо это все провоцировать. Разные штуки привязывать. И тогда вы добьетесь результата какого-то такого положительного. Видите, она даже накосячила, а бежит ко мне сразу же. То есть вот такая вот степень доверия. У нее не связано сейчас это то, что это сделал как бы я, да. У нее это связано с тем, что что-то произошло, и защиту надо искать у меня. Вот такая вот штука интересная, поэтому пользуйтесь. Но надо еще раз говорю, в разных местах разные предметы привязывать, и тогда уже выработается условный рефлекс. С вами был канал «Я и мой хвост», и его автор и ведущий Олег. Всем спасибо.